вами Борис Сенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. У нас сегодня такой гость, который просто, понимаете, нас помогает, подталкивает, уговаривает говорить о двух самых, мне кажется, важных вещах в жизни человека. Это книги. Мы столько много в нашей жизни посвящаем книгам, и столько много проводим с ними времени, что книга всегда присутствует в нашей жизни. От первого, практически первого дня нашей жизни до нашей взрослой жизни. Мягко говоря, сейчас мы читаем мнения, мы больше читаем компьютерные разные блоги, но все равно книга остается. По крайней мере, мне так кажется. У нас сегодня такой гость, который даст вам возможность поговорить о книгах, особенно о старинных, что делать со старыми книгами, имеет право они на жизнь, или надо от них избавляться. И еще одна интересная тема, которая, мне кажется, очень нас должна волновать. В последнее время очень много говорят о том, что вино, прежде всего красное вино, помогает здоровью человека, способствует его долголетию. И эта тема тоже будет присутствовать так в разговоре, потому что наш гость, я из ЕМС, он живет в Лондоне, но его отец имеет свой виноградник и зарабатывает деньги на винную плантацию, делает вино, прекрасное вино, я знаю, что оно хорошее. Так что сегодня у нас есть возможность с вами попробовать вино, поговорить о книгах и узнать о том, как это жизнь складывается у людей, которые занимаются русской книгой, потому что это очень важно. Пьер из ЕМЭ живет в Лондоне, а говорит на русском языке, что тоже бывает нечасто. Пьер, доброе утро. Здравствуйте. Я не преувеличен. Русский язык и знает. Да, чуть-чуть, но стараюсь. Стараемся. А книги, которые мы сегодня будем показывать и о которых будем говорить, это книги на разных языках. Но русские книги тоже являются частью твоего интереса. Правильно? Но и вино, которое делает твой отец, это тоже часть твоего интереса. Да. Без выбора. Да. Значит, мы с тобой начнем все-таки с книг. Это более важно. Прежде всего, скажи, пожалуйста, русский язык, которым ты, мне кажется, очень хорошо пользуешься, знаешь, откуда у тебя русский язык? Ну, от личного интереса, наверное, потому что я хотел путешествовать, когда я был моложе. И мне тогда привлекал русская культура. Я хотел путешествовать в России. Я чуть-чуть изучил во Франции, я чуть-чуть во Франции. И потом я путешествовал в России и там жил 4 года. Это, конечно, помог, изучить язык. И вот и после, после 4 лет я уехал из России. Скажи, пожалуйста, 4 года в России. А почему русская культура тебя так заинтересовала? Экзотика, наверное. Это не было как-то связано вот наполеоновскими войнами, Россия и Франция, взаимоотношения России и Франции. Это тебя не интересно? Не совсем. Но это такая культура для нас, для западного европейца. Это чуть-чуть экзотика, но это не совсем что-нибудь странное. Да? Например, китайская культура – это совсем другая вещь. Да? А русская культура – это связано с Европой, но язык совсем другой, не латинский. Но тебе это ближе, как бы русская культура ближе, чем скажем, китайская? Ну, конечно, да. И можно сказать, что ты больше интересуешься русской культурой, чем китайской, чем восточной? Ну, тогда, когда я хотел экзотику, я не хотел совсем чего-нибудь другого. Я не хотел быть патерьянным. Резко. Да. В том-то. И у меня нет личных связей с
с китайцами, ну, а те, с китайской культурой. А с Россией у тебя были? Нет, нет, у меня не были, но... Обычно это появляются девушки, говорящие на русском языке. Да, 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 обычно да, но у меня до того, до того, как девушка появилась, это было, нет, это было просто интерес, интерес. И тоже я должен сказать, что в школе мы изучаем тоже историю 20 века, и, конечно, Россия и Советский Союз очень большая часть этой истории. И мне было тогда интересно открывать на месте. Это какие годы? Когда ты поехал в Москву? Когда ты жил в Москве? 2001 до по 5. 2005 год. Скажи, иностранцы жить в России, тебе не было страшно? Ну, чувствовал себя спокойно, да, комфортно? Да, нормально, нормально. Нормально. Да, да. Ну, конечно, не всегда. Не всегда легко, но когда молодой с энергией, это можно. Но тебе было, скажем так, в России менее комфортно, чем во Франции, чем в Париже, например. Да. В Москве. Менее комфортно. Да, в Париже это было бы более спокойно. Да, хотя я в Париже не очень люблю, но все равно, да, конечно. Но во Франции я уже все знал, уже знал, вот. Легко найти свой... А язык ты начинал учить во Франции? Да, да. То есть ты приехал с маленьким знанием, да. Небольшим знанием, да, языка. Небольшой. Понятно. Скажи, пожалуйста, и вот ты приехал в Россию, чем ты занимался? Я там работал в французской компании как аудитором. Да, аудитором. Ну, бухгалтерский учет. Да. Это то, что там ближе к искусству. Да, ты так скажешь? А, окей, искусство, значит, искусство. Смотри, у меня в руках старинная книга. Старинная книга. Это что? Вот эта книга, да. «Имена», я ее привез, потому что она очень редкая и потому что она в переплете того времени. Это где издана книга? И книга издана в Германии, но это переплет того времени, это книга 15 века. Понятно. Значит, просто я хочу сказать, что Гутенберг создал свою Библию в 1455 год приблизительно, да, и эти книги сразу после Библии, 50 лет после Библии, они считаются как очень важные первые книги, самые первые создания прессы. Скажи, пожалуйста, бухгалтерия и экономика – это то, что ты начинал в России. Сегодня ты представляешь Нью-Йорк, и ты сегодня находишься в Нью-Йорке в связи с тем, что проходит ежегодная, традиционная выставка и продажа, да, ярмарка антикварных вещей. И там одно из таких больших мест, больших как бы частей этой выставки являются книги. И там представлены русские старинные книги и старинные книги. Вот этот вот переход твой от бухгалтерии к тому, что ты сегодня представляешь одну из самых больших компаний мира на одной из самых больших выставок, которые проходят в Нью-Йорке. Ну, это всегда была у меня очень сильный вкус для книг. Да, да, да. Я всегда мне понравилось. Ты любил читать или любил просто поддержать хорошую книгу? Или собирал? Что это такое? Нет, я любил старые книги, антикварные книги, потому что это мне помог путешествовать через время. И это такой предмет, где очень много разных аспектов, разных да, части, которые интересны. Если и предмет сам, и внутри, и история идеи, но это очень богатый предмет. И всегда это мне понравилось. В России это было, потому что я хотел путешествовать, я хотел, как молодой, я хотел там остаться чуть-чуть, и я нашел работу, которую я мог тогда выполнять, но это не была моя... А книга это уже это мой жизнь. И я выпил до России, и я решил после России. Ну, когда ты вернулся обратно, да? Да, но я вернулся, чтобы заниматься книгой. А, то есть ты уже понимал, что да, это было. Что значит заниматься книгами? Ты хотел их издавать, ты хотел их искать.
ты хотел это, я не знаю, я продавать? Хотел, я хотел работать с антикварными книгами. Или в музее библиотеки, или как дилер, ну, да, чтобы покупать и перепродавать. И получилось так, что я нашел очень хорошую работу, интересную, чтобы покупать и перепродавать выпуски в библиотеке. Вот, компания называется «Шапьеро» в Лондоне. Но это не твоя компания? Это, ну, не моя часть, и, но она была создана 25 лет назад, 30 лет назад. И вот, и я там работаю особенно, ну, и со старыми, очень старыми книгами, и с русскими книгами. Вот, ты сейчас, ты сегодня специалист? По, можно сказать, что ты специалист по антикварной. Да, потому что я развёз знания, я каждый день этим занимаюсь, постоянно, везде в мире, и поэтому я... Ну давай тогда, коль ты специалист, давай мы немножко посмотрим книги. Вот у нас есть фотографии, пожалуйста, начнем с первой фотографии, которую такую маленькую небольшую экскурсию по старинной книге. Не каждый день бывает специалист. Вот эта книга, которую мы сейчас видим, пожалуйста, можете снять экран. Вот первая книга, это даже такой же период, как эта книга, это 15 век, это уникальный экземпляр первого издания «Славия». Может быть, ты знаешь «Славия»? Да, да, Йосифа «Славия», это война евреев. Иудейские войны. Иудейские войны, вот точно, это первое издание. 1470 года. И скажи, это, пожалуйста. Уникальный экземпляр, здесь мы видим уникальный экземпляр, потому что, видите, как золотом это все было, декорация с золотом и с раскрасом. А скажи, пожалуйста, сколько вот таких книг, например, ты знаешь, что существует в мире? Если вы хотите покупать первое издание «Славия», да, есть разные экземпляры. Нет, секундочку, первое издание «Славия» было еще 2000 лет тому назад, я так понимаю? Не, еще... издание. А, уже печатное. Печатное. Не первый раз, когда было написано издание. Издание 1470 года. Да. Покупать можно, но есть очень большая разница между экземпляров. Есть, например, плохой экземпляр, в плохом состоянии, новый переплет, понимаете, это может быть не так. Это редко, но не очень так, это может быть 20, 30, 50 долларов, да? Но этот экземпляр, который мы показали, это, наверное, самый лучший, который можно найти вообще, да? Он очень-очень роскошный. И это стоит в долларах. Библиотеки или коллекционеры? Могут библиотеки, например, здесь в США есть одна библиотека, которая собирает разные издания «Славия». Это одна такая тематика у них. Человек, который дал деньги библиотеке, решил, что надо собирать. Он был очень, он был, ему было интересно вся история издания «Славия». Это одна тематика. Другая тематика может покупать личный, личный коллекционер, который хочет собрать собрание. Он может собрать собрание 15 века или просто собрать книги, которые были важны для истории человечества. Скажи, пожалуйста, вот нас сейчас смотрят люди, которые многие увлекались книгами. В Советском Союзе тут как бы не достало этого бума, но у нас был бум 70-80-е годы, 70-е, когда люди покупали книги в огромном количестве. Это было и украшение, и страсть. Тысячами покупали книги, тратили деньги, все что угодно. Многие не везли счастье в библиотеке, не везли в Америку. И сейчас они имеют в доме вот книги, которые сами они мало читают. Я не хочу этого обидеть. Внуки не читают, в этом я уверен. Они не знают, что я читаю настолько. Скажи, вот эти книги, они старые или не старые? Они реально или они не имеют книги? Но уже зависимо на то, какие книги были. То есть массовое издание никого не интересует?
нашего издания советские, это не очень редко. Ну, а если спрятать сундук, лет на 100-150? Ну, если 150, надо смотреть, что за книга. Потому что часто, то, что бывает часто, к сожалению, это что русские книги в общем в плохом состоянии, в общем не полные. Собрать. Да, например, да, должен быть 5 томов, где-то 2 или 3. Часто так бывает, что ну, именно русские или вот европейские издания тоже? Чаще русские книги. А почему? Чем это может быть? Война, приезды, да? Да. Они продали больше. Какие люди? Да. Они продали больше. Вот. И поэтому вот такие книги, которые когда не полные, не советские, массовые книги, они не очень ценны. Но иногда бывает, что может быть, например, аристократическая семья русская уехала. Часто так бывает, что уехала во Францию, и потом в середине 20 века сюда США. И взяли с собой книги. И в этих библиотеках или собраниях тогда часто бывает, ну не часто, но бывает, что есть жемчуг. Из того времени. Из того времени, да, время царя. Ну, мы, наверное, увидим попозже. Да. Я покажу. Хорошо, ну вот вторая книга, пожалуйста, вторая фотография у нас. Это у нас уже, пожалуйста, покажите, это уже у нас современная книга, да? Да, это было по. Это было, чтобы сравнить с предыдущей, да, предыдущей славе 15 века, а это книга 20 века. И тоже стоит 500 тысяч? Нет, стоит. Стоит. Да, почти 100 раз дешевле. Но это, нет, это 10 тысяч долларов. 10 тысяч. Но, а почему? Почему она такая дорогая? Ну, она не очень дорогая, на самом деле. 10 тысяч за книгу. Она может быть много денег, но не очень дорогая. Как вы видите, у нее очень красивый переплет. Это книга французского художника Бонар, начала 20 века. И это, ну, сейчас об этом собаке. Но переплет очень роскошный, как вы видите, и есть собиратели для таких переплетов. Это художественный переплет. Очень сложно делать такой переплет, и это было сделано бельгийским художником. И, небольшим тиражом, и переплет уникальный. Значит, она была издана без этого переплета. Переплет был добавлен позже. Он заказал специально хозяину. Да. Поэтому это имеет смысл. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Это третья фотография. А у нас это тоже Дягилева, да? Это Дягилева. Да, это Бац. Это тоже 20 век, но уже русский. Это чтобы показать русский художник, который на самом деле работал особенно за границу, особенно во Франции. Это был русский балет. Эта книга вся состоит вот из таких иллюстраций? Да, да, да. Она очень богато иллюстрирована. Вот, и мы там видим одну иллюстрацию. Она очень известная. Ну, есть разные башни, но они очень известные. Ну вот, я обратил внимание, что есть у тебя, и как бы ты показываешь фотографии, альбомы, связанные с какими-то событиями, да? Коронация царей, или там окончание выпуска какого-то гвардейского полка, да? Да, да, да. Ну, да, потому что то, что интересно с русскими книгами, это что есть очень большая традиция. Это достаточно интересная ситуация в России, потому что печать была создана в Германии, да, это Германия, вот в 15 веке в России, и первая русская Библия была создана больше, чем 100 лет после этого, да? Но когда уже книга начинала жить в России, она развивалась и стала очень
важная и очень престижная. И всегда была, еще до сих пор. И поэтому были такие случаи, когда события, важные события были связаны с царем, были такие случаи, где надо было издать очень престижное, очень красивое, очень роскошную книгу. Вот. И я привез фотографию одного премьера этой книги. Это гранатомный альбом? Вот, да? Это была... Четвертая фотография. Она была издана для коронации Николая II. Вот это, да? Да. Это коронация... Двухтомник. Это огромный, да. Ну, не видно на фотографии, но она огромная. Она огромная. И она очень роскошная для коронации Николая II в 1896 году. Но эти, наверное, книги издавались большим тиражом уже. Это же было всем, как бы, так, или как? Как это происходило? Тогда было возможно издавать большим тиражом, но эта книга не была издана большим тиражом, она была издана только для тех, которые были присутствовали на экране. Вот у нас к этой книге еще есть пятая фотография, это титульный лист. Это, да? Чтобы показать, да? Да, это чтобы показать, как роскошная техника внутри. И когда я сказал, что иногда можно найти такие книги без США или не США, вот это один пример. Вот эта книга мы нашли в Америке, и она была, ну, она уехала из России очень давно, она была в частном собрании в Америке, и это очень роскошно. Понятно. Ну, еще один такой манускрипт, это уже как бы рукописная шестая фотография, если мы посмотрим шестую фотографию сейчас с вами, то есть ведь книги оставались, с одной стороны, печатные, с другой стороны, продолжалась культура, традиция рукописной книги. Ну, да, да, культура и традиция, и особенно это очень уникальная вещь, которую мы сейчас смотрим, потому что это была подарка царю от второго кадетского корпуса. Это описание разных каноников 1800 года, тоже огромная это работа. Это подарил кто? Кто кому подарил? Кадетский корпус. Подарил царю. Который подарил царю, да. Потому что кадетский Но корпус. Это что, написано прямо руками, прямо сидел человек и писал? Да, 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 да. Как сейчас пишут, например, там свитки Торы, да, там где-где. Вот и так же сидел. Да, да. Очень, очень долгая и очень качественная работа. Вот. И это чтобы показать, как важно, как предмет стал очень важным в этом времени, особенно в 90-х. Да, вот шестую и седьмую фотографию, если мы посмотрим, то мы увидим титульный лист этого рукописного книги. Пожалуйста, это шестая и седьмая фотография. Да. Вот это титульный лист, это все рукописное. Восьмая, да, восьмая. Да, это все рукописное. Все сделано гуашем, да, акварели. Его тоже, да? Акварели. Вот, тоже, да, да, и второй тоже, это пример. Но надо думать, что размер огромный, да, и их 90 листов. Понятно. Ну, у нас вот следующее, которое мы поговорим в книге. Дело в том, что мы говорим с тобой Франция, Россия, Западная Европа. Скажи, пожалуйста, вот где как бы культура или интерес, или, скажем так, ценили больше книги? В Европе или в России? Во Франции или в России? В Германии или в Франции? Ну, это сложно сказать. Когда? Везде ценили. Всегда и везде. Да? Книга, хорошая книга была, да, ценностью везде. Да, да. В России книга... Она была важный предмет для государства тоже, как мы видели, да, коронационный альбом. Во Франции таких или в Германии таких мало. Это было более частный предмет. Но во Франции, например, самый первый собиратель, который известен, самый важный собиратель 16-го века, он был француз. И собрал
уже библиотеки, но как собиратель, не просто библиотеки, чтобы читать. Коллекционер. И есть традиция такая во Франции, в Германии, во Франции, в Англии, очень больших коллекционеров. Скажи, пожалуйста, вот мы перешли ко Франции, и я хочу тебя немножко спросить еще об одной традиции, которая имеет большое отношение к своей семье, и мы об этом поговорим больше во второй части нашей передачи, это вино. Скажи, пожалуйста, вино тоже коллекционируют? Да, как книги, да? Конечно. Точно так же, как книги, да, как и много предметов. Мы можем думать о любых предметах. Вот вино, которое мы сейчас возьмем, больше мы о нем будем говорить во второй части передачи. Но эта бутылка, я покажу вам ее, ее видно, мы еще покажем вам больше. Это вино, которое производится на заводе своего отца, да. Виноградника своего отца. Да. Вы отец собирает вино или пить? Нет, не собирает. А скажи, пожалуйста, вот у тебя только интерес к книгам, а вино, вот хорошее вино, коллекционное вино, у тебя тоже есть такой-то, я не знаю, или интерес, или какая-то такая, ну, такое желание больше? Есть действительно интерес, но не страсть. Скажем так, а книги у меня вообще, да, это очень частный, личный, сильный интерес. Вино – это интерес как вкус. Этикетку сюда? Ну, давайте посмотрим, покажем. О, вот такой. А как, прочитай, пожалуйста. Это Клоу-Мокаю. Клоу-Мокаю, но это одна часть. Мы производим разные вины, мы производим три вина. И самый известный – это Бойд Кампенак. Мы производим тоже Пуже и Клоу-Мокаю. Скажи, пожалуйста, это вино можно купить в Нью-Йорке или это только французское? Нет, можно купить в Америке. Именно где, я не могу сказать, но можно купить. Прежде всего, я хочу перед тобой извиниться, что тебя смутило, что такой бокал. Что бокал должен быть другой. Ну, каким должен быть бокал для этого вина? Каким должен быть бокал? Когда вы идете в ресторан, особенно часто многие вы заказываете вино, обычно вам дают такой бокал, да, вот это типичный для красного вина. Да, ну ты знаешь, в последнее время, у нас есть немножко времени, в последнее время я обращаю внимание, что и коньячные бокалы, которые всегда были как бы сужены сверху и давали ароматы, да, сейчас изменились тоже, сейчас немножко другие бокалы. Да. Все меняется. Да, модно, да. Скажи, пожалуйста, когда читаешь хорошую книгу, надо пить хорошую? Зависимо от книги. Я еще раз хочу сказать тебе, что это очень приятно, наверное, когда в семье любят книгу и делают во Франции. Много таких книг? Ну да. Да? Да, да. Потому что есть традиция в обе направления. Французская. Да, да, да. Понятно. Хорошо, значит, я хочу сказать вам. Я думаю, нужна выпила, а ты мне так скажи, не определились. Как ты удобнее говоришь? На ты или надо? Ну, можно на ты. Скажи, пожалуйста, когда ты выбираешь вино, ты из чего? Каковы твои критерии? Ты любишь красное, белое? Я люблю, да, красное, белое. Критерии это идет тоже связано с чем я пью вином. Время обеда, но такой еды. Потом, когда вино попробуем, это всегда запах очень важный. И потом после того, как да. Вино попал. Но я не очень люблю сильный, особенно традиция, конечно, европейская, поэтому особенно вина нового мира, да, которые более, они сильнее обычно.
Нового мира ты имеешь в виду? Южной Америки, Австралия. Австралия, вот такие, да. Хорошо, ну что, уважаемые телезрители, у нас в гостях Пьер Ив Гейме, он живет в Лондоне, а вырос он во Франции, он француз. И как вы уже поняли, он занимается антикварной книгой, а его отец занимается вино. Об этом у нас уже и разговор. Спасибо. Это новейшая безболезненная технология лечения варикозных вен. Без анестезии. Только в клинике доктора Мираба Бодра все новейшие безоперационные методы. Искусственный хирург Мираб Бодр. А вы видели его на экране этажа? На сцене он вас просто ошел. А вновь в Америке долгожданная встреча с народным артистом России Александром Кульбенко. Выступление в Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго. Или не о ваших квартирах в Москве? Не мечтайте. Часто ходить к дантистам – это бы. Редко ходить к дантистам – это бы. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и недорого. Доктора Виктор Ройзман и Слава Павлина. Максимум здоровья, минимум здоровья. На полянку ходит, но след от озерной света. На полянку ходит, но нам оставляет ветер. И ветер умолкнет ночью, обряженный черным крепом. Но ветер оставит эхо, плывущее вниз эхо. А мир светляков на дыне, и прошлое дыне, и дыне, и кровь, и на сердечке. Расколется и на дыне, и дыне, и дыне. Смотрите на мир в новом свете. Респектор захватывающей информации на страницах одной газеты. В новом свете. Нескучные новости, эксклюзивные интервью, криминальная хроника, серьезная аналитика. Только до 30 октября уникальное предложение «Подписка плюс». Подпишись на газету и получи книгу в подарок. Мировые бестселлеры, разнообразие жанров, лучшие издательства России. Узнайте подробнее. 212-48-20303. Наш сайт www.vnovomsvete.com. Газета «В новом свете». Читайте в профессиональную прессу. Ресторан «Сказка». Дни рождения, юбилеи, торжества, свадьбы и даже комната для жениха и невесты. Любой праздник, как в сказке. Вам запомнится этот вкусный, красивый и веселый вечер. И вновь захочется вернуться в сказку. Ресторан «Сказка». Представьте, что вы можете ходить и не чувствовать боли. Представьте, что вы можете провести целый день с чувством легкости в ногах. Попрощайтесь с болью, отеками, дискомфортом в ногах и уродливыми варикозными венами. Ваши ноги могут чувствовать себя моложе и выглядеть лучше уже сегодня. Сделайте первый шаг к здоровым и красивым ножкам. Газета «Русская реклама». Это мощная поддержка вашего бизнеса. Это самый посещаемый русскоязычный портал в Нью-Йорке и США. От 200 тысяч посетителей ежемесячно. Русская реклама. Улыбнитесь. Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий вы можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718-333-1144. С вами Борис Тенцер, и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Пьер Ив Гейме. Я даже не знаю, как сказать, француз или англичанин. Живет он в Лондоне, нравится ему Лондон. А вырос он во Франции. А после Франции была Россия. Выучил русский язык, увлекся русскими книгами. Если не делал, что он тоже был. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что сегодня такой разговор, который многих, как мне кажется, не интересует. И очень многие дома сегодня есть книги. Книги, которые мы с вами перешли, книги, которые нас всегда занимали. Но вот эти книги куда-то сейчас надо делать. И это, знаете, проблема.
Но как-то недавно в гостях здесь в студии был человек, который рассказал о создании библиотеки книг на ИТ. И специальная библиотека, которую Интеграс создал, и куда свозят все книги на ИТ, поскольку, к сожалению, очень много книг не расследовано, старые книги, они валяются, многие портятся, погибают. И эти книги все привозят в библиотеку, и люди, которые занимаются их архитектурой, они знают, что есть такая библиотека, куда можно всегда приехать и найти все, что необходимо. Гелий, а как ты считаешь, русские книги, вот, есть смысл создать русские книги, которые давно, например, в Америке, вот такую, ну, не знаю, склад библиотеки, куда бы все потихоньку собиралось, а не выбрасывалось или куда-то разбрасывалось? Ну да, есть смысл, и есть уже на самом деле, есть библиотеки, большие американские библиотеки, у которых есть очень важный отдел русских книг. Конечно, это важная часть мировой истории. Да. Но прежде чем мы перейдем с вами и будем говорить о книгах, я все-таки хотел бы, я обещал вам, что мы немножко поговорим о книгах. У нас есть фотография номер 12. 12-я фотография, и вы увидите страну, которая, в общем-то, очень связана с вином. Это Франция. 12-я фотография. Сейчас вам ее покажут. Это Франция. Пожалуйста. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот Франция. Справа мы видим горы, да? Слева это побережье. Правильно? Это берег. И виноградники, знаменитые вина, коньяки, шампанское. Это где производится? Больше это левая часть, нижняя часть? Где это производится? Как везде. Во всей во Франции, везде? Не во всей Франции, но есть юго-запад, есть юго-восток, да, и есть середине чуть-чуть восток. Это Бургундия. Это чуть-чуть восточные впереди. Скажи, все эти вина, они отличаются друг от друга. Вот, например, человек приходит в магазин покупать или французское вино. Как он может определить, с какого района это есть? Для этого он должен предварительно, я знаю, почитать об этом? Или на этикетке есть, что-то написано? Есть две возможности на самом деле. На этикетке обычно написано, хотя есть очень много разных названий, и можно не совсем разбираться. И другая, еще вторая возможность, это очень простая, это бутылка. Потому что в Бордо есть один вид бутылки. А, такой вид. Это вот, вот то, что я сейчас держу, это бутылка из Бордо. Да. И есть в Бургундии есть другой вид бутылки, который более такой вертикальный. Ну, где эта часть, да? Это часть. Где эта часть ниже, да? Вот такая, вот да? Так. Но это чуть-чуть дает результат. Понятно. Если мы посмотрим сейчас следующие фотографии, это 13-я фотография, пожалуйста, покажите нам 13-я. Вот это то место на французской карте, где и производится вино, которое мы сейчас пьем. Да, это Бордо, это юго-запад, вот, и там есть, там очень большой регион, там есть несколько... Да, вот следующие фотографии, если мы покажем 14-ю, мы увидим уже непосредственно вот прямо очень близко приблизительно, да? Вот там, где красное, это вот место, где живет твой отец. Вот, там видно Бордо, да, и еще видно красный цвет Марго. Это достаточно престижное место, те, которые мы здесь видим в зеленом цвете, это престижное место разных вин, все красные, и Марго это где... Все красные вины? Да. Только красные? Да. А почему? Чем это? Это вызвано сортом винограда или вкусом производителя? Это очень сложно получить качественное вино. И это очень зависимо от разных факторов. Ну, от разных факторов. Да, факторов. И есть, конечно, климат. Да. Вот. Есть земля. И есть, конечно, вид. Скажи, пожалуйста, вот если ты не будешь видеть бутылку, а я тебе сейчас налил бы бокал и скажу, попробуй, с какого района станции ты сможешь определить?
чуть-чуть, да. Я не большой специалист, это не моя... Ты не дегустатор, ты дегустатор, да, книг, я уже понял. Да. Это не моя работа каждого дня. Да? Отец твой? Да, он мой. Кстати, пора познакомиться с отцом, поэтому покажите, пожалуйста, 15-ю фотографию. Вот мы видим отца твоего, да? Это твой отец, он такой всегда задумчивый? Или только когда вино пробует? Да, 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 он такой. А это его... Что это? Бренд? Это что это? Да, да, это один из наших вин, Пуже, который достаточно такой известный. И это такое вино, которое можно держать 10 лет, 20 лет. Он такой. А как лучше держать вино? Вот, вот ты мне, например, даришь кому-то бутылку вина, да? Или там, я не знаю. Или купил человек бутылку вина. И решил держать эту бутылку. Как ты лучше держать? Ее надо... В горизонтальном положении, да? Горизонтальное положение. Если возможно, достаточно чуть-чуть холодно, но не совсем холодно, около 10-15, а в подвале. Ага. Лучше в подвале, чем в квартире. Или в шкафу внизу. Вот. И достаточно сухое окружение. Да. Понятно. Понятно. И что, за 10 лет оно станет крепче, оно станет более насыщеннее? Что с ним произойдет? Наоборот. Ну, она развивается. Это зависимо от вина в начале. Да? Вот, есть вина, которую вы не можете сохранить 10 лет, потому что через 10 лет они будут ужасны. Да? А есть другие вина, которые можно сохранить 15-20 лет. И они меняются со временем и станут более элегантные, но те, которые сделаны, чтобы сохранить, да, вначале они очень сильные, и они достаточно чуть-чуть противные. Понятно. А потом они развиваются, а станут такие элегантные. Ты приходишь в магазин и видишь разные вина. Ты бы хотел какую-то, может быть, что-то оставить на несколько лет, как знать, что это вино для коллекции. Ну, это развивается... Читать. Да, чуть-чуть. То есть просто так не увидеть, но на этикетке. Часто это связано с ценами. Это не всегда так, но тем дороже, тем вина, ну, тем дороже обычно, чем более возможно сохранить. Да, оно более дорогое. Да. А вот скажи, пожалуйста, иногда находят корабли. В кораблях там 100 бутылок шампанского, да, или коньяка. Это шампанское можно пить. Если шампанское, обычно шампанское, это плохо. Коньяк может быть. Коньяк может быть. Порто, да? Да. Это иногда портвайн. Портвайн можно. Зависимо от пары. Да. Это сладкий такой, да? Да. Он такой крепленный вино. Да, крепленный вино. Скажи, пожалуйста, вот отец. Винодел. Он каждый день пьет вино? Ну, наверное, да. Ну, и можно пить вино. Один-два бокала. Да, но мы не говорим о бутылке, да? Да, да. За обедом. Да. А во Франции это как бы само собой разумеющееся, принято пить вино за обедом. А это культура? Да, можно. Можно. А это, с какого не, это не исключение, скажем так. А с какого возраста ребенок во Франции считается нормальным, если он не пробует, знаю, немножко вина? Здесь в США я знаю, что... Но мы не говорим о США, мы говорим о Франции. Поэтому, может быть, я не могу сказать. Нет, ну, в принципе, да, нет, дома. Нас... Когда дома могут дать ребенку немножко вина? Я, конечно, раньше начинал, но... Да. Понятно. Уважаемые телезрители, сейчас, прежде чем мы перейдем уже к книгам, и у нас есть прекрасные книги Пушкин и так далее, старинные книги, мы поговорим о всяких. Я хочу сказать вам, что это прямой эфир. Вы можете звонить, вы можете задавать свои вопросы, связанные и с вином, и с книгами, и с любыми другими вопросами, которые может нам ответить Пьер и Гена. Телефон на экране 201-451-1384. Звоните, с удовольствием будем вам отвечать. Первый, скажи, пожалуйста, мы уже поговорили с тобой и о заграничных книгах, и о заграничных винах французских, но все-таки нас интересует больше книги, написанные на русском языке.
Вот я знаю, у нас есть фотографии, несколько десятых фотографий, если мы покажем. Это Пушкин, братья-разбойники. Это обложка книги Пушкина, братья-разбойники. Скажи, пожалуйста, десятая фотография. Десятая фотография у нас пока и нет. А, вот она. Братья-разбойники. Скажи, много таких книг? Вот русских. Пушкина, Грибоедова, Толстого, я не знаю, даже... Вот в России, вот и бывает в России, ты жил в России, таких людей много сохранилось? Или война, или труба, или революции, смириться? Ну, зависимо от какой книги мы смотрим, да, в общем, не очень много. В общем, не очень много книг. Чем это объясняется? Вот всякими катаклизмами или небольшими тиражами? Оба. Да, во-первых, печатный начинал чуть позже в России, и потом здесь были много проблем. Вот. Ну, если вы мне говорите, например, Чехов, можно ли найти? Да, можно. Здесь очень много... Прижизненное издание. Вот. Но потом это вопрос при жизни, не при жизни. Вот та фотография, которую мы смотрели, да, это при жизни издание Пушкина. Это второе издание «Братья-разбойники». При жизни Пушкина очень сложно найти, очень редко. Вот. И все собиратели хотят при жизни Пушкина, при жизни Гоголя и при жизни Лермонтова. Вот это, а Толстого? Это такая святая троица. А остальные... Вот у нас есть еще путешествие Арзрум. Да. Это Пушкина, но это такое издание 20 века, сделано Лепаря. А, это уже да, не при жизни. Это уже не при жизни, это как пример переиздания. Но она тоже сложно найти, потому что здесь тираж маленький был. Uh-huh. Да? Это было издание для библиотеки. Если наш телезритель имеет дома выбор, то лучше при жизни. Лучше при жизни. Ну, Толстой, например, вы сказали, да? Да, вы меня спросили. Да, Толстой. При жизни издание не очень, ну так, вот важно, у меня было конечно. Собрание сочинений Толстого, при жизни. Да, но сколько лет он жил? Он много жил. Вот, вот разница, да? Если при жизни Пушкина, это важно, потому что он не жил так долго. И он стал уже известным во время своей жизни, но не жил так долго. Толстой жил очень старый. И много издавал. Много, да, было много изданий. И тогда то, что важно, это первое издание в этом случае. И даже первые издания не всегда очень... Понятно. Давайте мы потихоньку будем и наших телезрителей, если хотите разговаривать. Роман, Нью-Йорк. Здравствуйте, Роман. Мы с вами сидим. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос к вашему гостю. У меня есть много книг на английском языке, которые, значит, 100 и более лет им. Приобретает ли ваш гость такого типа книги? На английском языке, которым более 100 лет. Да, и как с ним связаться? Понятно. Mm-hmm. Книги на английском языке более 100 лет. Это является чем-то интересным или нет? Их было очень много. Их было очень много, и это не очень большая редкость. Зависимо от потом, надо смотреть, что за книги. Да? Первое издание Дарвина, например, тогда это очень... Дарвин. Это очень важно, это очень редко, это такая важная книга. А если это Эдгар По, рассказы какие-то? Вот, Эдгар По, первое издание, очень редко. Это очень важно. Но если это, собрание сочинения, не знаю, там, Эллиота, например, Драйзера, который 100 лет до начала 20 века или конец 19 века, это не очень редко, и тогда... К сожалению, не очень ценно. И в этом случае, если Роман хочет их продавать, можно связаться с местным антикварным книжным магазином, например. Или есть аукционные дома тоже, которые специализированы в книгах. Да. Скажи, пожалуйста, а вот мы, Роман сказал по поводу на английском языке, книги на английском языке. Ну, точно так же можно сказать, вот у меня есть книги на русском языке, тоже там, которым 100 лет и больше. Ответ точно такой же? Тоже много идет книг, много, и это не всегда будет интересно? Или к русским книгам немножко другой подход, 100 лет недавно? В русским чуть-чуть немножко...
ответ будет очень близкий, но чуть-чуть более интересный, потому что их меньше, да, особенно здесь. Да? Здесь, если... Но здесь и покупатели нет? Нет. Да, но есть покупатели везде, для русских книг, да, особенно в России, конечно, и покупатели, которые, у которых есть желание и финансовые возможности. И поэтому это интересно знать, какие русские книги, просто их меньше, даже книги на английском языке 100 лет назад были очень много. Есть книги на русском языке, которые 100 лет, их поменьше, и поэтому можно, ну, могут быть... Ну хорошо, вот, например, если человек имеет библиотеку у себя, здесь появилась библиотека большую, по какому принципу ему есть смысл что-то оставить, а что-то, может быть, отдать библиотеке или вообще, а что-то оставить у себя в доме? По какому принципу он должен искать? Ну, вот, например, у тебя я вот эти семьи сегодня принес и, книги, которые русских авторов начала 20 века, да? Это, ну, сейчас да. Мы сможем показать вам. Покажи сейчас как раз камеру покажу. Ну вот, но ну, я привез две книги, которые, да, я думал, может быть, да, интересны. Первая книга — это первое издание Набокова, Tale Fire. Но то, что интересно, это что это было с его подписью, и он подарил книги сестре своей жены. Да? И это делает очень ценно. Скажи, пожалуйста, вот это пятно, пятно там, да? Пятно это когда вы пьете вино с книгами. А, да? О, как раз мы вернулись. Вот, это плохо. Это плохо? Да. То, что, а может быть, это Набоков там? То, что смешно с книгами, это что самое лучшее их не трогать. Да? Лучше их не читать книги, и тогда они не потеряют ценность. Вот, это одна, один и пример. Книги, да. Другой это... пример я просто привез, потому что очень красивый. Это пример авангарда, русского авангарда начала 20 века. Там был Маяковский, Малевич, вот разные художники. Это один художник из Грузии, на самом деле, Ильяз. Его зовут Илья Зданевич. Вот. И это очень красивый пример обложки, сделана ручной. Это все ручная работа. А сколько же таких обложек можно было сделать? Или это единственный? Они, нет, это не единственный, но они сделали около 500. Но всегда интересно, в разных обложках можно здесь видеть разницы, есть всегда. Я видел разные детали. Ну, как любая ручная работа, ну, она да, всегда варьируется. Да. Понятно. Вот. Значит, человек, который имеет дома библиотеку и желал бы оставить такое, я знаю, своим... Ну да, чтобы отвечать на вопрос, да, предыдущий. Это есть разные причины всегда. Если человеку нужны деньги, тогда он будет стараться, он будет продавать, да. Если ему не нужны деньги, может быть, он думает передать детям, потому что это культура, потому что это история, потому что это книги, которая принадлежала бабушке, это очень важные книги, например, да. Здесь, в США, есть тоже такой момент, где на самом деле собиратели могут получить менее налоги, если они подарил книги библиотекам, университетам, есть такое. Хорошо, мы слушаем Мансур, Нью-Йорк. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне заинтересовала тема эта очень. У меня есть очень много книг прошлого, начала 20 века, конец 19 века, и русские издания. И недавно мне попала здесь книга с датой надписью от Сергея Образцова, знаете, русского кукольника. Сергей Образцов, да-да. Да, в 70-х годах он приезжал, с, видимо, с гастролями в Америку, и он подарил
Мариам Оппенгеймер. Я думаю, что это один из членов семьи Оппенгеймера известного. Uh-huh. Да, там написал книга, изданная в Советском Союзе в 70-е годы, но это там такая книга о Советском Союзе. Но интересно так, что надпись прямо вместе с конвертом, с его обратным адресом, все-все-все. Может, это представляет интерес? Хорошо, спасибо, Марко. Это такая книга, это очень интересный момент, это очень хороший пример характеристики рынка. Потому что эта книга, я лично думаю, что она очень интересна. Потому что есть сейчас история, есть надпись, потому что это не только одна из 2000, это вот эта книга с оригинальная. Да, с подписью. Это поэтому я ее найду очень интересно. Но я думаю, она очень интересна. Но, к сожалению, коллекционеры, собиратели, таких книг их очень мало. И они предпочитают книги. Старшие книги, вот, или книги очень важных людей, там, не знаю, после Сталина или... Понятно. Вот, да, понимаете? И рынок для такой книги почти не существует, сказали. И поэтому такие книги, когда вы меня спросили, что надо с ней делать, вот, лучше ее сохранить на самом деле, чем стараться ее продавать, потому что я считаю, она не будет много денег. Ну, через 100 лет, может быть, да, это будет особо. Не будет важно, но это жалко, потому что она живет. Понятно. Хорошо, послушаем еще Александра из Кливленд. Александр, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Говорите, быстро. Где есть, я не знаю, интересует ли вашего гостя, Тора. Еврейская Тора, размером, значит, катушечка эта. Причем напечатано на пергаменте. А какой год издания? Там где-то от 1500 до 3000 лет назад. Не вот понял, это... эта книга была издана 3000 лет назад? Вы же знаете, что такое Тора? Нет, секундочку. Но то, что у вас в руках, это было... Так, напечатанный. Где-то вот полутора, ну специалисты сказали, от 1500 до 3000 лет тому назад. Не отпечатано, а скорее всего, что от руки. Написано, да, наверное. Она не может быть печатана. Хорошо, вот... сейчас мы поговорим по этому поводу. Смотри, вот я хотел тебя спросить, мы как бы не коснулись. Есть еврейские книги, есть старинные еврейские книги, есть свитки Торы и так далее. Это как-то интересует тоже интересно, да, как вы думаете? Конечно, я думаю, что да. Есть, конечно, очень сильно. Но ты этим не занимаешься. Мы этим занимаемся, но я лично не специалист. Но я знаю чуть-чуть, но мы этим занимаемся. То. Есть очень важные клиенты. Я вам показал издание «Славы». Да? Есть очень важные клиенты, которые собирают юдаизм. Хорошо. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Тогда просто очень коротко такие вопросы. Вот человек обладает такой книгой. Куда ему обращаться? Очень короткий ответ. Что делать с такой книгой? Вообще, с любой книгой у человека возникла мысль. Ну, могут со мной связаться без проблем. С тобой связаться. Особенно, Тора уже интересна. Потом, быть ими очень... Есть, зависимо от того, как она выглядит и какая она. Она... Хорошо, как с тобой связано? Как с тобой? У тебя есть веб-сайт? У тебя или компания? Да, есть компания Shapiro. Продиктуй просто, скажи. Это Shapiro. Shapiro. Shapiro, да? .com. Shapiro, это точно? Да, но P-E, не P-I. Ага, P-E. Хорошо, это понятно. Мы не задали самого главного вопроса, а что делать с книгами, если сейчас электронные все читают. Но это уже будет следующее. Потому что основное мы с вами сделали. Мы поговорили о старинных книгах, мы попробовали вино, и мы благодарны, по крайней мере, я благодарен Киарину Диену за то, что он сегодня, в понедельник, оставил свою экспозицию и приехал к нам. Ну, спасибо. Большое вам. Спасибо, хорошие выставки, хорошая неделя будет, да? Да. Следующая неделя. Это находится на
парк... На парк Эвеню. Парк Армуры, да. Вот да, да. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен за то, что приезжали утром. Вы смотрели в течение часа передачу «Контакт», который заросел. Всего хорошего и до новых встреч. По понедельникам.